Привет-привет! Каких только елок не встретишь в преддверии новогоднего праздника. У меня на блоге уже есть много видеоуроков по складыванию елочки, но сегодня мы научимся делать, пожалуй, самую оригинальную из них – из журнальных листов. Для елочки нам понадобится любой журнал, желательно пестрой расцветки. В моем журнале 9 страниц, но лучше, чтобы количество страниц в нем было как можно больше – тогда елочка получится пышнее и объемнее. Начинаем. Берем одну страничку и отворачиваем ее к краю журнала. Дальше получившуюся складку загибаем к этому же краю. Переворачиваем страничку и оставшийся снизу уголок отгибаем наверх. Чтобы этот уголок не торчал, можно смазать его клеем. Готово. Точно так же мы загибаем и остальные странички. Сначала отгибаем, теперь уже к середине журнала. Получившуюся складку отгибаем туда же. Переворачиваем страничку, проглаживаем все складки. Это обязательно, чтобы елочка получилась более аккуратной. И приклеиваем уголок. Продолжаем. И последняя страничка. Теперь осталось только расправить нашу елочку. Ну вот наша елочка и готова. Быстро, а главное необычно, правда? Теперь вы можете украсить ее, и она получится совсем как настоящая.